Многолетний опыт инвестора и советника в распоряжении у Объединенной ассоциации ученых по технологиям. Австралийская компания USAT Incorporated пригласила свою команду блокчейн-эксперта доктора Мафасейра Хосейна на должность директора по маркетингу. Будучи одним из 20 лучших советников ICO Bench, Мафасейр Хосейн работал над проведением 13 ICO, гарантировав высокий профессионализм и, как результат, многомиллионный успех. Опыт доктора Хосейна позволяет давать экспертные рекомендации по планированию и распределению бюджета. Напомним, что USAT Incorporated – это австралийская компания, которая использует технологию блокчейн для децентрализации процесса защиты интеллектуальной собственности и гарантирования безопасности обладателям патента.